Так, и здесь у нас... Подожди, открывайся. Вот здесь сейчас уберемся, да? Здесь все нормально? Здесь чисто? Здесь тоже чисто? Здесь окна чистые? Так, осталось вот этот мусор убрать, да? Так, убираем. Выбросим. Так, это у нас получается не мусор. Хотя бы это тоже все повыкидывал бы. Кружечки. А это выкидываем. Так, поместите предмет. Пластина для сушки. Так, пластина для сушки? В смысле, что это за пластина для сушки? Так, смотрим, что у нас в установке. Так, пластина для сушки. Что это значит, пластина для сушки? А, может быть, что-нибудь связанное с сушкой? Это же у нас ванная комната, да? Пластина для сушки. Такое вообще даже и не знаю. Так, напольная плитка, стены, панели. Нет, напишем сушка. Давай напишем сушка. Сушка. Такого даже нет. Подожди. Пластина для сушки. Пластина, может быть, напишем в поиске. Нет такого. Ага. Так, а ну подожди. Пластин для сушки. Так, напишите в комментарии, что такое пластина для сушки. Я вообще даже не понять не могу. Так, бойлер. Нет, не то. Какая там сушка еще может быть? Я вообще не понять не могу. Ванная, ничего такого нету. Гипс не то, двери не то. Так, это тут тоже. А, вот, смотри, пластина для сушки. Покупаем. И куда ее устанавливать? Установить. Надо ее куда-то установить. А, пластина для сушки. Мне кажется, это не пластина для сушки. Мне кажется, это больше похоже на доска какая-то. Вот так вот, да? Так, поместить предмет, значит, детский столик. Поместить предмет детский столик. Так, хорошо. Так, детский столик, он находится, наверное, скорее всего. Так, это сейчас мы закроем. Так, детский столик, это где-то что-то в детском находится, детское. Так, открываем, смотрим, что у нас кровати, детский столик. Столик, это вообще-то не в кровати. Так, вот столы. Так, простой, журнальный детский столик. А, вот, пожалуйста, вот детский столик берем. Покупаем и ставим его сюда. Опа, есть. А еще один детский столик купить, да? Ну, еще один вот сюда поставим, допустим. Знаешь, куда? А вот здесь стоит. Вот так. Так, поместите предмет. Детский стул. Ага, детский стул. Теперь нам нужен... Так, это у нас стулья. Детский стул ищем. Так, так. Вот он, детский стул. Нам нужен же стул. Не стульчик же. Так, есть. И еще. Подожди. А, вот еще детский стул. Так, берем. Так, возьмем. Так, разберем. Еще детский. Еще нужно много-много детских стульев. Так, вот так, например. Подожди. И еще детский стул. Так, ладно. Хорошо. Еще детский стул. Так, куда мне их поставить? Ну, а здесь.
Еще детский стол. И еще детский стол. И еще детский стул. Есть. Так, теперь нужна встроенная узкая штора. Так, а у меня окна же чистые здесь, да? Ага, шторы. Встроенная узкая штора. Вот это, да, получается? Устанавливаем. Так, у нас еще задание же не было стены красить. Почему? Так, еще нужно поместить предмет узкая штора. Так, встроенная узкая штора купить. Так, ставим. Устанавливаем. Так. Ладно, если что, потом покрасим стены, если нам задание дадут покрасить. Так, поместить предмет. Ковер зеленый. Цветы. Ковер зеленый. Цветы. Давай вот это, значит, уберем. Так, а ну-ка. Так, придержи, чтобы поднять. Вот давай сюда на стол поставим. Кружечки тоже сейчас поставим на стол. Так, тут вот это тоже канитель я хочу убрать. Ну, куда я так на столик положу. Так, так. Карандаши тоже сюда рядышком. Так, вот это вот. Куда-нибудь коробочку я сюда сейчас положу, поставлю. Вот здесь пускай стоит коробочка. И вот эти тоже коробочки я уберу, тоже положу их сюда. Пусть пока здесь полежат. Так. Так. Не знаю. Так, это что такое вообще? Она подоконника настанет? Да, станет. Вот так, отлично. Хорошо. Так, а тут у нас, смотри, еще светильничек. Мы его сюда сейчас поставим. А, сюда не ставится. Пока сюда спрячем. Так, и тетрадки мы положим вот сюда. Так, хорошо. Стульчик этот мы тоже куда-нибудь сюда поставим. Пусть детки здесь сидят на стульчиках. Тут тоже я уберу его сюда поставлю. Так, эти тоже, эти вот сюда поближе. Так, все, в принципе, более-менее чисто. Вот этот бабл тоже он здесь не нужен. Я вот так вот сюда поставлю. Вот на уголочек сюда. Вот так, хорошо. Так, нам нужен предмет, значит, ковер зеленый, цвета. Так, ковер, ищем вот краски, вот ковры. Зеленый цвета. Так. А вот, ковер зеленый цвета. Вот так все сделаем. Раз. Еще один ковер. Два. Еще один ковер. Куда тебя? Три. Еще один ковер. Давай тебя сюда положим. Все. Нормально же, смотри, заходишь, вот все, тут все нормально. Да я бы немножечко еще ковер бы, знаешь, что сделал? Я бы его немножечко в другое место поставил, вот сюда. Вот здесь. Потому что некрасиво. О, теперь красиво становится. Смотри как. Ну, вот так вот. Во, теперь нормально заходишь. Пожалуйста, ковер. Детки сидят, учатся, смотрят, да? Так, поместите двойной комод. Двойной комод. Так, комод. Так. Комода. Где комода у нас? Это у нас. Так, ищем комод. Почему на английском?
Комод. Так, все нажимаем, все и ищем здесь. Комод. Комод. Вот, так, нам нужен двойной комод. Вот он. А, смотри, комод мало, а нужен он двойной. Вот он двойной. Бук покупаем. И куда его поставим? А, слушай, вот сюда поставим сейчас. К стеночке. Так, отлично встал. Так, теперь нам нужно книжный шкаф.